Слава УДВ! Есть еще один желающий. Если есть 100 килограмм, кто хочет выступить, у него есть сейчас возможность. Есть желающий под соточку? Нет желающего под соточку? Что, Кипа? Все есть. Давай, заряжайся, иди скажи пару слов. Тот парень из толпы! Чего там, пошли? Давай, иди скажи пару слов. О, передай, скажи пару слов, мы тебя еще не знаем пока. Мы, наверное, узнаем. Идем. Камера, вот. Да, всем привет. Меня зовут Владимир. Я приехал поболеть за моего товарища Владимира, который одержал победу. Ну, и сейчас выступлю, покажу результат. Всем спасибо. Знаю, что еще мы сможем. Сможем ли мы увидеть что-то лучше? Ну, вот. Но парни здесь, и они нам продемонстрируют свое желание победить. Сейчас Владимир объявит. Итак, дорогие друзья, для начала дайте шум, это стрелка! Рост 181 сантиметров, вес 93 килограмма, кличка Берсерк. Сергей Арифен! Аплодисменты! Рост 191 сантиметр, вес 95 килограммов, боец другого угла, кличка Red Bull, Владимир Осипов! Громче, громче! Понял, Сергей? Итак, это финальный бой. Правила помним, не разрешаем. Внимательно слушаем мои команды, делимся активно и относимся с уважением к другу. Руки пожали. Угла! Давай, Вова! Давай, Сергей! Готов! 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 Бой! Давайте поддержим крепкие ребята, вышли из толпы! Я думаю, друзья, что эти бойцы нашлись абсолютно случайно. Решили... Это незабываемое ощущение. Это, если честно, самый лучший подарок на мой день рождения. Всем удачи, всем спасибо! Друзья, приходите к нам в день рождения и делаем лучшие подарки. Еще раз спасибо всем организаторам. Всем участникам, всем зрителям, спасибо, видите. Спасибо вам! Спасибо всем, кто сегодня приехал сюда! Из Франции, из других городов России! Всем спасибо! Друзья, занимайтесь спортом, бросайте вредные привычки, приходите к нам сюда, смотрите, болейте, наслаждайтесь! И мы ждем вас всех на следующем турнире! Стрелка!